Сдавать кровь сегодня пришли татарстанцы всех возрастов. Среди них и Мария Мишкина, студентка медицинского университета. Она, как никто другой, знает, что ежедневно сотни людей нуждаются в переливании. Когда-то мы можем спасти жизнь человеку, но это стоит делать регулярно, поэтому я призываю всех присоединиться к этой акции. «Поделись теплотой своего сердца» – именно такое название дали сегодняшней акции организаторы. Ведь чтобы стать донором, нужно не только крепкое здоровье, но и в первую очередь доброе сердце. Мы приглашаем молодежь, студентов и всех неравнодушных сегодня сдать кровь, получить памятные подарки от проекта «Добрая Казань». Для того, чтобы стать участником акции, нужно соблюсти ряд правил. Вначале завести паспорт донора. Его выдают прямо на месте, в центре крови. Первый этап – это регистрация, а второй – экспресс-тест на состояние здоровья. Здесь проверяют рост, вес и общее состояние организма, чтобы потом пройти на третий этап. И только потом на сдачу. В среднем это доброе дело занимает 30 минут. Потом кровь переносят в лабораторию, проверяют и передают в банк крови. К сожалению, у нас случаются ситуации, когда критические состояния у больных, срочно нужна определенная группа крови. И вот для этого доноры нужны. Сегодня каждый, кто пришел сдать кровь, не только смог поделиться добром, но и получить его в ответ. Всем донорам подарки – кружки, ручки и чехлы для телефонов. Алина Мусина, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.